На греческих островах не хватает врачей и больниц. И на фоне экономического кризиса ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, говорят аналитики. Люди вынуждены ехать на более крупные острова или уже в Афины. Но это дорого и не всегда возможно. Тогда на помощь приходит так называемая эгейская команда. Это группа волонтеров-врачей. Когда они приезжают, в церкви звонят колокола, люди взрывают фейерверки, чтобы отпраздновать радостное событие. Осмотры обычно проводят либо в школе, либо в чем-то доме. Местные власти говорят, что приглашают врачей на постоянную работу, но пока никто не согласился. Зимой мы полагаемся на святого Георгия. Мы молимся, чтобы он нас хранил, потому что о нас забыли. Мы в изоляции. Нельзя держать дома целый шкаф с лекарствами, чтобы, если заболеешь, лечиться самостоятельно. Нужен врач и нужно обследование.